Здравствуйте, дорогие мои подписчики и случайные зрители моего канала. Я делаю это включение сегодня, 31 декабря, чтобы поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам здоровья. Это самое-самое главное. Я желаю вам мира, я желаю вам любви, исполнения всех ваших желаний, самых заветных желаний, пусть они сбудутся. И хочу с вами поделиться секретом, что нужно сделать, чтобы ваши желания сбывались. Если то, что вы задумали, произошло, не забывайте благодарить за это Вселенную. Возможно, вы считаете, что если вы добились чего-то, то это ваши собственные заслуги. Конечно, а как же без этого? Но тем не менее, всегда благодарите Вселенную за то, что произошло. Я желаю, чтобы в новом году вы нашли себе, у кого нет, самого лучшего друга или душевную подругу, с которой вы можете поделиться всеми горестями и радостями, и которая вместе с вами порадуется или сможет помочь вам. Пусть все ваши близкие и родные будут здоровы. Пусть между вами будут хорошие, теплые отношения. У кого еще нет таких отношений, пусть они наладятся. Над этим, конечно, нужно работать. Но все в ваших силах. Путешественникам желаю посетить те места, где вы еще никогда не были. Или посетить то место, которое вам греет душу, где вам комфортно. Почему бы и нет? И еще я хочу вас поблагодарить за то, что все это время вы были со мной, за ваши теплые, добрые, светлые, греющие душу комментарии, которые мотивируют меня на создание новых видео для вас. Спасибо вам за добрые искренние пожелания. Нас уже 10 тысяч, как я и планировала. Вы посмотрите, сколько сразу праздников. Новый год, и сегодня утром я встала, у меня уже 10 000 2 подписчика. Вчера было еще, что-то, по-моему, без 6 подписчиков. 10, а сегодня я встала, и нас уже 10 002. Я себя и вас с этим поздравляю, потому что посмотрите, сколько нас уже много. И судя по комментариям, я вижу, что мы на одной волне. Ну, встречаются, конечно, какие-то залетные, но они как пришли, так и ушли, потому что им с нами будет некомфортно. Пусть они найдут тоже свою компанию. А у нас вот уже образовалась такая замечательная компания. Почему я вижу, что мои зрители очень активные? Потому что вот у меня 10 тысяч сейчас подписчиков. Я выкладываю новое видео, через сутки у меня уже 6-5 тысяч просмотров. То есть половина меня прямо вот ждет мое видео. Я вам за это вот просто несказанно благодарна. Я уже сказала вам, что сделала себе и вам такой подарок, купила новую камеру. Сейчас я снимаю не на новую камеру, это я вижу себя в экран, это большой фотоаппарат дочери. Но сегодня, я надеюсь, будут съемки уже с новой камеры. Я ее настроила всю, если она меня не подведет, если я все правильно поняла, разобралась с ней. И если я сделала правильную настройку, значит, сегодня уже у нас будут видео с новой камеры. А сейчас я отправляюсь в магазин поднять себе настроение, снять видео для вас новогоднее. Покажу, как украшены наши магазины, улицы к Новому году. Уже очень красиво у нас. И, возможно, мы попадем с вами, ну не сегодня, так завтра, на городскую елку. Справляем мы Новый год дома, а завтра утром ко мне приезжают гости. Я обязательно вам покажу всех моих гостей. Впереди еще очень много дел, как и у вас, конечно же, потому что в преддверии Нового года, наступления Нового года, нужно много-много чего успеть. Итак, еще раз вас с Новым годом. Всего вам хорошего, светлого, доброго. Спасибо, что все это время были со мной. Надеюсь, и будете со мной. А теперь пока-пока. До встречи в новом году.